Ребятки, я всех вас приветствую в новом нашем видеоролике, новый влог. Сегодня интереснейший день, классный день, потому что нашему Мирончику 1 месяц. В комментариях принимаем, конечно, поздравления. Мы вас приглашаем в этот день, я предлагаю вам провести этот день с нами, он будет насыщенный, интересный, возможно, вы для себя что-то интересное подчеркнете, так сказать, на будущее. Мирончик, сегодня месяц, мамулька вчера купила такой вот маленький миниатюрный панчо, сейчас подожгем свечечку, и Мирончик будет задавать свою первую свечку. Мальчишки, поем, днем рождения, поздравляем Мирончика. И пёзды тую, пёзды тую. Задавай, мой маленький. И под эту песенку мы пописили на дедушку. Вот так вот. Я хотел не задуть, я хотел потушить эту свечу. Дуть не умею. Теперь еще осталось попукать, чтобы свечку задуть. Давай. Наверное, видишь, смотрит как. Наверное, пацаны помогут, братаны? Пацаны, давайте, помогайте. Братаны, задувайте, помогайте брату. Молодцы, ура! Днем рождения, маленький. Днем рождения, Мирончик, нас маленький. Ой, Зёленька, маленькая. Деда. Я сейчас завел машину, грею, значит, тачку, и мы поедем делать Мирончику самый такой, наверное, классный подарок. Это его пропишем здесь, в Московской области. Я думаю, для него это не имеет никакого значения, но прописать, я думаю, стоит, прям, как говорится, с пеленок. Потому что, например, Родион у нас был не прописан 4 года. Спустя 4 года мы только его прописали. А вот уже мои, видите, подошли. Там Мирончик, Настюшка. Что, он спит? Вообще, конечно, интересная штука. Чтобы прописаться, нужно обязательно показать маленького. И вот поэтому мы, собственно, и приперлись. Это такая основная причина, почему мы приехали в Подольск, чтобы прописать, чтобы получить этот сертификат многодетства. И перед тем, как ехать, мы, короче, маму попросили, чтобы она сходила и еще раз уточнила, а можно ли без его участия его прописать. В итоге оказалось, что ни хрена нельзя, и нужно обязательно быть всем вместе, потому что мы даже продумывали такой план, что я просто один полечу и сделаю это дело. Но нет, оказалось, все не так. А учитывая, что я прописан как бы в другой геолокации, ну как бы здесь, но в другой квартире, то обязательно нужно еще и Настина присутствие. Поэтому мы тут. Пока хожу, жду там, когда Настенька все документы сделает. Поймал себя уже не первый раз на той мысли, что вот сегодня 8 градусов, и вы знаете, 8 градусов на юге и 8 градусов здесь. Это совершенно разные 8 градусов. Здесь прям холодно, прям вот, прям морозно. Там тоже было 8. И даже бывало, когда мы на поляну ездили, на самой поляне, там было минус 2, я помню, мы тут как раз доехали. И поверьте, это совершенно разное. Здесь 8, гораздо холоднее, чем там минус 2. Здесь прям все очень холодно. Я сгонял еще, сделал сейчас копии документов Мирона и распечатал 2 фотографии Мирона и Мирочки. Это мы подарим маме, в рамке она вставит, у нее Родион
и Артём есть. Сейчас чуть позже покажу, как будет выглядеть эти. А еще, учитывая, что у нас все детки прикреплены к детской поликлинике в Подольске здесь на районе, то мы решили Мирончика, соответственно, тоже прикрепить. Вот. Но, скорее всего, и врачей всех мы будем проходить уже платно где-то здесь, в клинике, где, короче, куда детей водили. Потому что здесь очереди жесть, бардак. И ближайший педиатр на 12 число. Не, а если не педиатр? А что, без педиатра мы не будем? Сначала педиатр. 12 чего? Октября. А сегодня? А, типа... Сегодня только сентябрь. Короче, типа, все, да. И, ну, короче, и там, и там. В общем, смысл в том, что здесь как бы такая... По-моему, нет. Короче, здесь смысл в том, что оно новое, все так прикольно, приятно сюда заходить, проходить и так далее и тому подобное. Только по-старому. Система старая, да? Да, система старая и устарела, так же, как и образование у нас школьное. Вот. Такие дела. Поэтому, скорее всего, пойдем платно. Так, вы не знаете, куда... мамик, держи. Это тебе микроподарок от нас. Держи. Открывай, посмотри. Та-дам, 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 та-дам. Ой, ты моё солнышко. Ты мой маленький любимый мальчик. Ну, Тём, подожди. Да, мой любимый мальчик. Ты его в рамку поставишь? А ты моя девочка Мирочка. Сейчас в рамочке поставим. Ой, хорошие мои деточки. Это Мирочка, она родилась в мой день рождения, 19 да. декабря. Пим-пим. А это третий мой сынок. Мой братик. Ну, куда не ты? Да, а это в ответ, это в тот же месяц. Ну, не в туда. Папа Мирочки. Да. В ответку. Ставь в рамку. Вот у бабушки есть. Это кто, кстати? Это кто? Родион. Это Родион. Блин, просто они так все похожи. А это кто? Это тоже Родион. Это тоже Родион. А Артемка? Артем, вот он. А Артем, вот. Блин, они, короче, все так похожи, что я своих детей даже не могу отличить, когда они маленькие. Ой, и сейчас еще будет Мирошка стоять, и стоять еще Мирочка. Так, и вот это еще. Родион. Это Родион, да. Увидел этого хомяка. А это Артем. А это Темка. И, кстати, у Мирона тоже есть вот такая вот привычка и руку вот еще, подносить. И вот еще Темка. У нас на сегодня есть еще один пункт по документам. Это вписать Мирона в свои паспорта. Вот я сюда приехал, но не получилось, потому что они работают с 15. Значит, приеду после 15. Так, Настя тут уже открыла, я даже не успел. Походу, она вот так вот выглядит. Чехол, сама пеленка, какой-то платок. Подарок. Подарок. Ну, вот. Вообще прикольно, ярко. Яркая, она яркая, да, я почему-то вот... Во. Показала, что она сама. Сюда сейчас чуть попозже положим малыша и сфотографируем. Так. Настенька все здесь постелила, сейчас будем ложить Мирончика, я залажу на стул, беру фотоаппарат и фотографирую. Мамуль, ложи. Вот так это будет выглядеть. Давай, Мирончик, будь в настроении. В общем, вот такие фотки получились, потому что фотомодель наша уснула. Пока Мирон топит, я решил выгулить пацанов. Скучно им, конечно, дома сидеть. Вот, поэтому пришли вот сюда во двор, на площадочку. Пусть побегают. Ну, вот они. Когда началась история, вот эта вся с пандемией, вот, короче, этот стадион, представляете, чтобы спортсмены не ходили заниматься, все входы и выходы заварили, представляете, вот таким вот колхозным забором. Ну, конечно, здесь можно его было перелазить, они и перелазили. Я тогда ходил и думал, блин, ну как же так вообще? Ладно бы сделали какие-нибудь классненькие воротики, да, поставили, а то просто наварили, что попало. А пока фотографировались, пришло вот это вот сообщение на почту, и мы такие, типа, какого хрена? В общем, думаю, сейчас звонить в социалку и уже у них уточнять, почему пришел вообще отказ. В общем, ребятки, рассказываю. Я позвонил в социальную службу, посмотрели по фамилии и сказали, отказ пришел, потому что ребенок не прописан. В общем, мы должны быть прописаны все в Московской области, чтобы получить сертификат многодетства Московской области.
Поэтому мы сегодня подали документы на прописку. Через неделю они будут готовы, и после этого мы уже будем подавать. А пока, не теряя времени, еду сейчас в паспортный стол, чтобы нам в паспорта вписали Мирончика. Сейчас посмотрим, получится или нет. Ну, ребятки, сегодня бомбический день. Он настолько продуктивный, просто разрываю все эти инстанции. Просто мне прям сейчас нужно. Сегодня гоняю как пчелка, несмотря что сегодня месяц, еще и успели сделать фотосессию. Ух, ну что, поздравляйте. Вот так вот по паспорту. Теперь мы... По паспорту мы многодетные, но сертификат еще не получили. Слушайте, я не знаю, везде ли во всех городах, во всех регионах проходит эта процедура очень быстро. У меня она заняла 5 минут. То есть вот я приехал, прошел в окошечко, точнее в кабинет, сказал, мне нужно вписать ребенка, она забрала у меня свидетельство и 2 паспорта. 5 минут вынесла мне обратно, и я мчу домой. Мы снова собрались на улицу с пацанами, потому что Тёмке... И Родиону хочется увидеться со своим другом. Артемом. Да, тоже Артемом, с которым они росли с пеленок во дворе. Мы с ним росли. Раз в 3 месяца видитесь. Ты со своими друзьями это видишь раз в 3 месяца местными, подольскими. Карта, мы же с Артемом, мы с ним росли вместе. Мы же подружились с ним, когда ему уже 3 года было, ему еще 6. Ага. Ему уже сколько будет, 7. Ну. Вообще. Вот они встретились. Здорово! Только вернулись домой вообще до самого вечера. Гуляли. У нас же все стемнело. Видите, стемнело. Темнота лютая. Мамик тут приготовила торт какой-то. Насенька заказала суши-роллы. Будем вообще, короче... пировать. Ребята, месяц Мирончику, поэтому праздник. Посмотрите, как сильно у меня замерзли руки. А-а-а! Вообще капец, как же тут холодно. А еще кто давно за нами наблюдает, наверняка вы помните в выпусках, мы ездили в Крым, к нам приезжал брательник, мы точнее вместе с ним поехали, там его потеряли, короче, посмотрите выпуски. И вот, в итоге у них закончилось это путешествие, и они сегодня приезжают домой, как бы, в Москву, и заедут тоже к родителям несколько дней. Не знаю, как мы будем все размещаться, это такой, наверное, сегодня будет квест, потому что у них тоже ребенок, их двое, квартира всего лишь двухкомнатная. Ну, короче, мама с отцом всех принимают, как положено. Меня, короче, родители попросили к такому ужину, сегодня столько поводов, брат приезжает, там отметка в паспорте и так далее. Вот, ну и просто посидеть, отдохнуть. Иду, короче, покупать им крепкий алкоголь. Я в жизни сколько раз покупал крепкий алкоголь, мне продавали только с паспортом. Ну и, короче, я очень давно не покупал. И сейчас иду, взял в машине вот свой как раз паспорт. И посмотрим. Ну, то есть я многодетный, и, скорее всего, у меня сейчас просят паспорт. Посмотрим, сейчас я выйду из магазина, расскажу. Ну, я могу сказать только одно. Я прям расстроился. Меня не спросили паспорт. И это говорит о том, что я, походу, немножко постарел. Грустно. Грустно. Так, в общем, у нас вот это вот любимое кафе в Подольске. Насика сейчас заказала здесь больше 2 килограмм роллов. Дедушке еще заказала лапшу. Это пацанам, соответственно, сейчас у нас тут соберется такая большая толпа, что мы решили сейчас пацанов накормить и отправить в комнату, возможно, спать. Мы мальчишкам обычно заказываем вот такие вот обычные роллы с огурцом. Родион еще может подъесть Насеньки с авокадой. И вот такие еще даем. Калифорния. Как они, Калифорния, да, правильно? С дедушка приехал, значит, мы садимся кушать. На, смотри, это тебе лапша. Все, роллы ты не ешь. Ешь только лапшу. Понял? Так. Это здесь, это видите, целый мешок такой. Здесь соевый соус. На, потряхай. Соуса там еще, васаби всякие. Так, вот такие вот роллы. И еще вот такие вот. И еще, как они запеченные, правильно. Вот эти горячие. Так, и вот еще. Ух, вот такая вот красота, короче, у нас. Мама еще здесь запекает картошку.
еще овощей организовала. Короче, сейчас будет прям такая отдельная поляна. Вот у нас прям сейчас готова полноценная поляна. Вообще великолепно. Давно мы не ели такие вкусные роллы. Кто будет в Подольске, либо если у вас есть хатимаки, закажите там, попробуйте. Это, конечно, бомба. Очень-очень вкусно готовят. О, вот. Зашел на кухню. Вот прям вот так кто-то выходишь. Ну, а что не позвонили? Что не позвонили? Ну, мы так доехали и все. Что не позвонили? Ну, бросай его туда. Куда? Да ты бросай прям сюда, вот так бросай. Краснодарский. Ну, вон вот здесь вот, возле лотка положи за 5 рублей. Да, по 5 рублей они сейчас, да. Вот такой прикол. Одна таскает, теперь вторая таскает, теперь две таскать будет. Может, мне тоже к маме на ручки запрыгнуть? Просто таежные ребята заваривают чай не в чайничке, а в кастрюле. Вот так вот. Не, не пошутил насчет чая. Вот так вот. Целая кастрюля. Я надеюсь, вам выпуск зашел. Мы будем заниматься чаепитием и отправляться спать. А мы с вами увидимся уже, скорее всего, завтра в новом видеоролике. Пока.